Привет, друзья! Сегодня посмотрим, какой новый товар привезли в магазин «Светофор». Город Оренбург, Беляевская, 4. Мясо свинина сегодня 189,90 за килограмм. Мясо хорошее, сам всегда беру, рекомендую. Ветчина классическая, категория «Б». Возьми к столу, порадуй семью. Удобно, что клеят вот такие этикетки. Тут сразу видно, цена за килограмм 163,50, за батон 165,70. Батон примерно по килограмму у них идет фасовки. Сыр Гауда премиум, 50% жирности. Российский производитель классических сыров. Изготовитель — город Великие Луки. Масса нетто 200 грамм. 136,50. Сыр Екатерина Великая со вкусом шампанского. 50% массовая доля жира. Вот такие у него есть отверстия. На вид должен быть хороший. Ну не знаю, новинка, пока не пробовал. Фасовки разные, но цена за килограмм 526,50. Не дешевый сыр. В прошлом обзоре я допустил небольшую ошибочку. Вот. Я на макрурус, который стоит 149,50 за килограмм, сказал, что это лакедра. Я ошибся. Лакедра, ребят, вот. Вот такая красивая рыбка, похожая на тунца. Только тунец, конечно, намного крупнее. Вот такая лакедра. Первый раз такую рыбку, ни раз не пробовал. Стоит она 251,50. Зефирки Шоу со вкусом фруктовый микс, кусочки. 500 грамм, масса нет. Смотрите, какие красивые. Я думаю, детишки точно заценят. Зефир жевательный. Ну, здесь тоже какие-то рисунки. Горячий шоколад, мороженое. Его можно добавлять куда угодно. Вот, 500 грамм. Цена 117,50. Также у нас еще вот новый зефир появился, маршмеллоу. Тоже, смотрите, сверху зеленый, желтый, а внутри белый. Ну и также его можно, вот, можно поджаривать на костре, тут пишут нам. В различные торты добавлять, торты. Цена у них одинаковая, 117,50. 500 грамм тоже самое, фасовка одинаковая. Печенье ассорти оригинальное, сегодня по акции. Смотрите, тут внутри вареная сгущенка. А здесь печенька в шоколаде. Вот я очень люблю вот это вот песочное печенье с вареной сгущенкой внутри. Ну и орешки вот эти люблю. Это все вкус детства. В общем-то, 1 килограмм упаковка. А за 2 упаковки получается 1 плюс 1. За 2 килограмма печенья 198,50. Очень хорошее предложение. Ассорти из двух видов чая в сашотах. 50 пакетиков. Красивая упаковка. Масса нетто 100 грамм. Бывают... Они разные. Смотрите, малина какая есть красивая. 198,50. Полотенце махровое, микрофибра экстра. Размеры 35 на 75 сантиметров. В виде зайчика. С бантиком. Так вот красиво выглядит. Расцветки разные. Есть синие, розовые, фиолетовые. Цена 127,50. Подушка анатомическая с эффектом памяти, размер 40 на 60 сантиметров, высота 12 сантиметров. Запоминает она, имеет эффект запоминания. Я недавно встретил женщину, она даже у меня в обзор попала. И она сказала, что мужу купила. Женщина была в возрасте, я не думаю, чтобы она меня обманывала. Сказала, что ему очень понравилось спать на такой подушке. Но также были отзывы, что кому-то не нравится. Мне кажется, это на любителей все-таки. Цена 1053 рубля за эту подушку. Шампунь Дуру, 500 мл объем. Масло оливы и органы. Вот такой шампунь. 500 мл. Он сейчас по акции, стоит 99,90. Набор кувшинов и 6 стаканов. Так выглядит набор. Давайте посмотрим поближе. Вот я взял розовый. Смотрите, как он меняет цвет. Видите? Также он разных цветов. Синий. Синий красивый очень такой цвет. Зеленый, тут, в общем-то, желтые разные. Ну и сам кувшин. Кувшин продавался отдельно. Такой довольно-таки тяжелый. Стекло хорошее. Пластиковая крышка у него. Вот набор продается вот в такой коробке. Кувшин на 1,7 литров, а стаканы по 230 мл. 6 штук. 459,90 за набор. Универсальный хозяйственный контейнер на колесиках. На 10 литров. Легкий доступ к содержимому при хранении в шкафу. Вот здесь можно посмотреть, как пользоваться данным контейнером.
Ну и вот здесь сами колесики, такие они небольшие. Армированное дно, в принципе, надежный будет. Размеры 460, 160 на 235. Цена 154 рубля. Комод трехсекционный из МФД. Механизм неплохой. Вот, можно посмотреть на механизм. Механизм важная вещь, потому что мы купили кухонный гарнитур с плохим механизмом. Он у нас быстро сломался, пришел в негодность. Здесь механизм хороший, я его знаю. Цена 2889,90. Размеры, вот, можете посмотреть. Тут еще идет крышка, просто она, ну, в комплекте. Просто здесь ее пока не положили. Молоко ультрапастеризованное, топленое. 3,2% жирности. Объем 1 литр. Цена 57 рублей. Горох колотый от производителя Увелка. Хороший очень производитель, всегда сам беру. 800 грамм. Он сейчас по акции 49,90. Ну а это моя слабость. Привезли новую лапшу быстрого приготовления. Мастер Ли. Лапша быстрого приготовления. Со вкусом курицы. 140 грамм. Срок годности 12 месяцев. Состав 48,50. Сок грушовый, восстановленный, осветленный. Гость. Груша сок. 2 литра. Большая вот такая упаковка. Здесь можно на состав посмотреть. Также от этого производителя есть еще со вкусом яблока. Яблоко сок. Цена у них одинаковая. 92 рубля за 2 литра. Трио. Шоколадный шар с маршмеллоу внутри. 84 грамма. Сладкая бомбочка с маршмеллоу. Чего только не придумают. Нет, для детей, я так понимаю, там игрушка внутри. Смотрите, есть также для девочек, для мальчиков. Наверняка там машинка будет, для девочек, наверное, какая-нибудь кукла. Тоже сладкая бомбочка с маршмеллоу. 3X, лол. 146 рублей. Китбокс, игровой набор с двумя десертами и игрушками. 40 грамм. Два десерта с подартом, игрушка в каждом яйце. 44 котенка. А вот, наверное, вот такие там игрушки будут. Смотрите, их бывает очень много разных видов. С какими-то персонажами из мультфильмов. Буба. 99,50. Но это уже что-то более серьезное. Квест с сюрпризом в коробочке. 10 грамм. Затерянный мир. Мармелад внутри. Парк юрского периода. Здесь динозавры. Вот. А есть также еще с Микки Маусами. Квест с сюрпризом. Австралия. Цена у них одинаковая, 121,50. Друзья, YouTube грозятся снова заблокировать. В случае блокировки заранее подписывайтесь на мой дзен-канал, ссылка в описании. В любом случае, все публикации я буду дальше продолжать делать там. Вам большое спасибо всем за просмотр, до новых встреч, всем пока.